привет! Вы на канале «Прогулки с Аленой», и сегодня мы на пляже. Несмотря на то, что сейчас прошел ливень, мы не свернулись с намеченного пути и приехали на пляж. Как называется? Пляж называется «Пляж Турбазы. Путь к себе». Не свернули с пути? Не свернули мы с пути. И мы, конечно, на эту турбазу заглянем сегодня в нашем репортаже. Сколько загорелых, красивых тел. Сейчас покажем вам речку. Почему у меня рука грязная? Наверное, она очень теплая после дождя. Наверное. Очень. О, блин, мостик сделали. Новость. В прошлом году не было мостика. Или в позапрошлом, когда мы здесь были. Давайте посмотрим. Давай, сейчас. Девушка, а где вы майку продрали? Знаешь, как прикольно? Видите, какая спортсменка? А где не смотрела? Спорт, здоровье миллионов. Видите, какая я молодец. Итак, прошел день. Ой, какая я молодец. Очень легкая ракетка. Ой, я вообще сплю. Все, спасибо. Класс, да, мостик? Молодцы, додумались так сделать. Давно пора. Давно пора. Знаете, какой вид? А то обходить туда. Спасибо. Красота. Ты бы хотел вон там жить, Игорь? Где там? Ну, надо дальше можно было поменять. Да, вообще. Хорошо бы там было. Наверное, комары там зажирают. Интересно. Когда Полине был один год, мы отмечали здесь ее день рождения. Здесь не было никакого забора. Вот тут мы везде бегали, все это было наша территория. И мы не снимали даже никаких беседок, просто в лесочке там отмечали. Это было изумительно. А сейчас все, лавочка закрыта. Да, иди. Здесь тихий пляж. А мы всегда здесь раньше, 2 года, 3 назад, ездили почти каждую выходную, и вот здесь купались всегда. Ладно, пошли. Я не буду. Ну, теперь хуже. Ты что так вот плаваешь? Вот это да! Раньше был обрыв, а теперь, пожалуйста, ступенечки. Но если честно, я сегодня купаться не хочу. Холодно мне. Въезд на пляж стоит 250. Но можно не купаться. Не обязательно мучиться. Но вообще ступенчики клевые. И красивые очень вообще. Пошлите, давай. Я бы в Гришу зашла, но в Гришу только что. Ничего. Вот она водичка тут прозрачная. Вот тут купается сколько вон людей. Изумительная лужайка. На лужайке можно играть в спортивные игры. Вот компания знакомых людей играет в теннис. Вот они. Лужайки тут пятерка с плюсом. Рекордсмен идет на рекорд. 3. Я 45 набивала. Давайте качаться, раз не нужно скачать. Надо отталкиваться. Интересно, качели нас выдержат? А если я сяду? Ну ты даже и такое, какая экзотика. Исторический момент. Попробуем окунуться в ледяную воду. Да ладно. Что ледяная. У нас получится? Что, не ледяная? Тихонь. Да ладно. Один раз окунешься будет. Пошли. Ребята, прыгают. Очень холодная вода. Очень холодная. Я уже
Тебя так задом будет прыгать. В роднике примерно похожие ощущения. Не такое. Идем обследовать турбазу «Путь к себе». Никогда там не были. Вот такой красивый мостик туда ведет. Вот центральный корпус, я так понимаю. Идем дальше. Вот велосипеды в прокат. А вон мельница. Домик с бассейном даже называется. Какая прелесть. Прям какая-то южная обстановка. Ящица. Вот такая прелестная территория, пути к себе. Какая-то тут сцена. Вот домики, срубчики. Уютненькие. Тут там внизу. Пляж слева. Ну, комары, говорят, ночью дают прикурить. Да. А заходим в домик. Пока. Пахнет баня. Домик. Ну, сколько тут метров? Тут, я думаю, что метров 12. Друзья, мы не успели уехать с турбазы. Мы надеялись успеть, но мы не успели, потому что льет ливень. И молния сверкает. В общем, гроза. Поэтому мы остаемся ночевать в 12-метровом домике. Сезон дождей. Нас здесь сколько человек? 6 человек. Пока! Пока! Не подскользнитесь. Пока! Всем, кому понравилось наше видео, не забывайте ставить нам лайки. Нам это очень приятно. И пока-пока! В этот дождливый вечер мы прощаемся с вами. До новых солнечных встреч. Пока! Пока! Гармонируем. Да.